грусть и боль. Банана. Всем привет! Я давно обещала записать видео для моих иностранных друзей, которые изучают русский язык. Делать это я буду не одна, а с моей подругой Наташей. Наташа, привет! Привет всем! Мы постараемся говорить медленно, но я не обещаю. Будем использовать простые повседневные фразы. Надеемся, вам они будут понятны и пригодятся. Поехали. Начнем с простого общения. Когда встретились два друга, которые некоторое время не виделись. Привет, Наташа. Привет, Катя. Как твои дела? У меня все хорошо. Как у тебя? У меня тоже отлично. Спасибо. Далее, что вам еще может понадобиться? Конечно же, метро. Здравствуйте, вы не подскажете, где метро? Здравствуйте, вам нужно спуститься вниз, а там спросите дальше. Из направлений, как вам могут ответить? Прямо, направо, налево, вверх и вниз, вокруг, внутри, ну, пожалуй, все. Здравствуйте, а сколько это стоит? Это стоит 15 рублей. Но это Москва, и, наверное, стоит это гораздо дороже. Цену я вам назвала, исходя из того, что вы поехали в гости в Урюпинск. Ну, мало ли. В магазинах вам могут пригодиться такие фразы, как «Сколько стоит?», «Камбербэтч!», «В какой стране произведена эта вещь?». Ты часто это спрашиваешь? Не, бывает и спрашиваешь. Я не хочу, чтобы из Китая. Я думаю, страна происхождения. Ну как, ты за границей, ты спрашиваешь? Нет, за границей нет. А не ты за границей? Блин, как круто, мистер Стрэндж. Ну, значит, только сколько побуду стоит. Пиратом, подожди. А подожди, я вот прям всем советую этот фильм. Конечно, не самая крутая... Не самый крутой сценарий, много скомканностей, но, господи, можно все простить Камбербэтчу и такому красивому фильму. Здравствуйте, а есть ли у вас размер S? Да, но я посоветовал бы вам размер XL. Это не про тебя, я шучу. Размерная линейка на латинские буквы от XS, самого маленького размера, ну, medium, средний размер, L – large, большой размер, XL – это extra large, супер большой размер. То есть, в принципе, зная английский, вы нашу размерную сетку тоже легко поймете. Ладно, пробное видео. Надеемся, что вам оно будет полезным и понравится. Сейчас мы с Наташей пойдем в греческое кафе и запишем вам процесс покупки на русском языке, как это происходит в естественных условиях. Ну, на этом все, будем прощаться. Надеемся, что вам это понравилось. Если вам нужны будут какие-то еще фразы, либо вы хотите увидеть, как делают в России то или иное, напишите в комментариях. В следующий раз мы вам постараемся снять. Пока. Всем развития. Любви и движения вперед. Пока всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Выбирайте мясо, есть три вида мяса. Курица, баранина, говядина. Можно, пожалуйста, одну питу с курицей. Соус какой вам сделал? Цацики, пожалуйста. Лук добавить в питу? Лук и картошку добавить. Лук и картошку. Попить что желаете? Есть домашний лимонад, напитки на разлив, чай, кофе? Чай, наверное. Чай черный, зеленый? Черный, пожалуйста. Черный есть обычный, с бергамотом. С бергамотом? 370 рублей. Спасибо.